суть. Он, естественно, проникся. Ну, как ты понимаешь, кому-то рассказал там в своей этой кнауфе. Какой-то чел хотел записаться ко мне. Его не записали в ту же пятницу. Я прихожу, ну вот в четверг, и говорю. Я сначала выяснила администраторов. Я говорю, у нас вообще телефон слушается? Он говорит, нет. Я говорю, покажите график. Показали. Ну, там как было три человека, ну, вот, собственно говоря, они пришли. Я говорю, знаете, говорю, мне звонит пациент в пятницу, и почему-то не записали. Двое. Да, я говорю, два человека. Пришла к Татьяна Васильевна. Она беременная, она напутала. Я говорю, слушайте, говорю, она беременная, она бизнес ведет, она не имбецилка. Я говорю, ладно, хорошо, она имбецилка, я говорю. Но она ко мне домой была вынуждена прийти. Я говорю, понимаете, почему? Потому что ее не записали. Я говорю, это на 3000, извините, был пациент. Я говорю, где он? Я говорю, а второй по Уралсибу? Я говорю, он что, тоже беременный? Или что с ним вообще? Я говорю, его не записали. И она мне, понимаешь, типа, такого не может быть. Я говорю, слушайте, говорю, ну вы разберитесь как-то. А я уже говорила, мне люди звонят, не можем записаться. Я стала, знаешь, что делать? Я стала просить накануне присылать мне расписание, фото. Прямо это самое, Ангелина. И я начинаю их сама перемещать там. Они мне берут дырки, делают вот такие по часу. Я сижу там как идиот, люди не могут записаться. Я начала их сама поднимать, сама, в общем, функцию администратора. У меня, знаешь, не 3 человека, а 15. И они там как бы запишут, вот так вот все через жопу. Я говорю, почему вы не стоите резервы? Или я звоню, телефон не тот написан. Я говорю, пишите по два телефона. Я говорю, что вы тут делаете? Так чай у них пьете? Майя просилась в резерв, чтобы ее записали. 3 человека. Надо Алле Аркадьевне стукануть. Меня уже достало. Я Татьяне Васильевне сказала. Татьяна Васильевна на их стороне, она ничего не делает. Она только улыбается. Она такого быть не да, может. Да, такого быть не может. Вот это. Либо грубят. Я уже говорила. Значит, все, конечно, замечательно, но работу ты свою делай. Я говорю, вас бы на месячишках. А они сидят, говорят, вот у вас своими зарплаты же больше у администраторов. Я говорю, вперед. Сходите. Я говорю, что сидите-то? Давайте. Вот именно. Вас бы тут это... Вдрючить разок? Да. Как вы тут это? Я ей говорю, вы тут вообще не работаете. Вот именно. Почему? Я говорю, потому что. Потому что так не работает. Надо писать резерв. Надо людей тут же в дырку втыкивать, как наши пытаются. Врачу дырки закрывать. Надо всех хватать вообще. Они не... Они, им это давай, Алле Аркадьевне, вдвоем настучим. Ну, а что я ей скажу, понимаешь? А вот что, вот так вот прямым текстом. Я уже говорила и про телефон, и про телефон. А знаешь, что Марина взялась делать? Звонят люди из Красногорска, у меня, например, по их мнению, полная запись, а там дырки. И они берут, вы ему отправляют. Я говорю, вы что, ебанулись? Я говорю, ну давайте ко мне из Красногорска, люди, вы ему будут ездить, а здесь полупустое расписание. Вы совсем что ли нормальные? Мне в имя нормально запись. Давайте сейчас мы это будем искать, да, вы ему отправляете. Вы вообще смысла нет, там хоть 200 за день примете, зарплата не я будет сказала, я говорю, вы зачем это делаете? Конечно. Я говорю, не надо мой телефон вы мне давать, пожалуйста. Сумасшедший, пусть на другую неделю записываются. Пусть сами записываются в ИМУ, если хотят. Я говорю, вы зачем? Вы подсказывать ну, не чтобы надо. Они не... Я говорю, не надо. Пусть на другую неделю записываются. Я что, я в Красногорске для чего дала? Чтобы вы мне в ИМУ записывали? Ну, какие-то ненормальные. Слушай, а Слизаренко же они так пишут. Как? Ну, много. У нее она же тоже прием задерживает. Она задерживает прием на час. Точно так же все. Ну, они и вот... Но у нее Андрей, это, как ее муж, то он зам исполняющий. Леша, ну что? И что дальше? Ну я не знаю, что она не там. Причем главное, они там сидят из-за нее по часу, а я там что-нибудь чуть-чуть задерживаю, они там уже все на ушах ходят. Я же говорю, они как бы ничего не говорят. Ну, вообще очень как-то странно они работают, если честно. Их бы вот всех на... С них бы спесь быстренько сбили. Я, понимаешь, я примерно понимаю, почему они не записали. Потому что, понимаешь, у меня же воскресенье вечерний прием. Да. Я одна там осталась. Гинеколог там работает Тарасенко, она уходит раньше меня. Да не свалить хочу. Ну медсестре же убирать, они же еще пол моют, понимаешь? Слушай, медсестре убирать, кстати, медсестре убирать, они меня достали. Господи, там 5 минут промахнули. Я тоже, ну у да, нас вот ну... тут же один прием, тут же другой, друг за другом мы все и все нормально убирают. Вообще, вот я тоже не понимаю. И нормально вообще. они 1028 получают, наши там пашут, будут дорогу 12 часов. Я тоже, я вот не понимаю вообще, а на что там перед? Они сидят там, чай пьют, зевают, лясы точат, чтобы у нас так девки... Лена там явно вообще не перетрудилась по воскресеньям-то. Не, я считаю, она дала Аркадию. Просто если я одна скажу... Понимаешь, это бесполезно. Я вот Диме это рассказала, он говорит, понимаешь, ты, говорит, их никак не простимулируешь. Они не будут работать, вот, ну, вот как ты, да? Потому что тебе там платят проценты, тебе там платят еще зарплату, да? Самой себя записывать. Значит, я буду тогда их не отправлять не туда, а к тебе. Ты сама их будешь записывать.